2 ноября. Проверка датчиков давления для Владимира из города Воронеж. Mazda CX-7. 2011 год выпуска. Значит, Mazda CX-7, 9-18 год. Проверяем. Так, вот он датчик. На каждом датчике свой уникальный ID номер. Вот он на 71D заканчивается. Так, вот он 71D. А52. Так, на расположение не обращайте внимания. А52 можете ставить датчики абсолютно в любой последовательности. 0.33. 2357D. Все, вот они все определились. ID номера вот у всех разные, значит, при получении эти ID номера можете сверить, чтобы убедиться, что получили именно эти датчики, они проверили одни, отправили другие. Вот, с батарейкой у всех все в полном порядке. Вот они абсолютно новые, но я думаю, видно это.